сегодня речь пойдет о проекте, который имеет название «Полка Пати». И данный проект на самом деле приятно выделяется на общем фоне, и именно по этой причине я решил вспомнить несколько его важных особенностей, потому как у данного проекта есть определенные перспективы и возможности для своего развития. И, соответственно, в этом видео я попробую донести свой взгляд насчет этого проекта и попробую определить, чем же он привлекателен и как именно он сможет порадовать большую часть пользователей, потому как у данного проекта есть то, что является немаловажным и отличительным показателем, благодаря чему данный проект и будет активно развиваться, демонстрируя уровень своего развития и полного понимания в этом сегменте, что является неотъемлемой составляющей. При этом важно понимать, что Полка Пати – это расширение существующей системы Polkadot, благодаря тому, что есть переход к DeFi, DAO и многим другим эксклюзивным функциям. То есть на данный момент мы видим то, что большинство существующих проектов не могут показать определенный уровень развития за счет того, что они предлагают только какой-то определенный продукт, тем самым создавая сложности для новичков. То есть можно привести простой пример. Сейчас кто-то там покупает, например, сети Polkadot, например, NFT. Это NFT, он просто получает на свой кошелек, и если у человека нет опыта, он просто не понимает, что с этим делать. И прямо сейчас я даже могу встретить, ну, конкретно немало примеров это сказать, когда люди, то есть они там 3-4 года уже не заходили в криптовалюту, хотя раньше они разбирались в этом всем идеально. То есть они заходят сейчас, и они просто не понимают, что происходит в этом сегменте, то есть что такое NFT, откуда появился Polkadot, как он работает, как его использовать, как осуществлять транзакции и многое другое. Поэтому Polka Party предлагает вполне простое решение в виде расширения экосистемы Polkadot, благодаря чему и будет обеспечиваться дополнительный комфорт во время работы с данным проектом, что в принципе является немаловажным показателем. I just wanna be the one you love.